Йохан Кройф Арена, Амстердам, Нидерланды. Именно здесь сегодня состоится матч, который мы будем... Перед нами состав хозяина. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика... Йохан Кройф Арена, Амстердам, Нидерланды. Именно здесь сегодня состоится матч, который мы будем... Перед нами состав хозяина. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика... Йохан Кройф Арена, Амстердам, Нидерланды. Именно здесь сегодня состоится матч, который мы будем... Перед нами состав хозяина. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг открывает. Посмотрим, как все сложится в этом матче. Плохая передача. Еще бы ее не перехватил. Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Есть шанс выйти вперед. Угловой разыгрывают футболистов ПСВ. Центр штрафной, мяч направлен и выносит.